Ласточки что-то разлетались здесь. Много ласточек. У них поди гнезда здесь где-нибудь. Что это за болото? Откуда оно взялось? Сейчас посмотрим. Так же просто оно не может быть. Вот вода откуда-то течет. Помнишь, я тебе говорил, что с помойки сюда вот эта рыжая хреновина течет? Вот она и есть. А почему с помойки ты решил? А откуда больше? Ну это вот скважина или что это? Какая скважина? Откуда бы по скважине? Вода течет сверху вниз. Я понимаю, что сверху вниз. Но вот это что такое вбито? Вбито. Значит, тут вон чуть дальше там пытались эти очистные строить начинали и бросили. Что-то же здесь сделали. Почему вот эти кусты порубили, освободили это место? Ну это вот труба же это. Труба. Фу, вонь какая-то стоит. Я что-то не пойму ни хера. А вот гайка здесь. Я тебе говорю, болтом. Сверху. Вот тут сверху гайка. И там, наверное, раз. А здесь что? Тут вода. Что, вон видишь, ручей пробивали. Ну вижу. Откуда? Что вверху? Ну параша. Вот именно, вот с параши с этой сюда и течет. И труба это их. А раньше вот это вот место по весне приходишь, оно все вот такая вот эта вот параша течет. По всему этому склону. Я тебе специально сейчас сюда привел. Это все вот в эту болотину. Да. Это болотина в речку в ту. А нынче видишь, дождей-то нет ни хрена. И оно вот. Так как она здесь-то вода очутевывается? Почему она сюда-то приходит? Оттуда, через землю, течет, сверху вниз. Вон ручеек видно, вон он ржавый. Вот, два шага сделай. Вот он. Вот они, дырочки из земли. То, что там скапливается, они же эту помойку-то где? В ложбинке сделали, а через землю оно протекает. Видишь, сырой свет идет. Сухость такая стоит нынче. А раньше здесь постоянно вот эти вот ручьи текли, и вот здесь пройти было невозможно. Вон их. И там трубу через дорогу, которую положили, вот эту вот всю парашу туда и слили, чтобы... В том, чтобы, чтобы в том попало. А оно все в том попадает. Экологи заткнулись, а сами разрешили трубу пустить в том. Вот оно все. Течет. Оттуда все сверху. Ну это может сырость после дождей осталась. Нынче видишь, дождей-то почти нет. Сухо. Вот отсюда начиная, вот отсюда, и туда, вон видно вот этот бетонный какой-то каркас выглядывает. Вот там же очистные пытались делать. И плюнули. Сюда и сливают это все. И все очистные. Да. Легко и просто. Вот эти мешки, если они напишешь статейку, как у нас до сих пор все воруют. Вот они. А, когда в России не воровали?
потихоньку идем. Ну идем потихоньку, поднимемся. Изолятор. Древний. Керамический, красивый, маленький ролик. Ролик. Так. Ну посмотрим. Вот так березки здесь насадили. Вот сколько их тут. Тут, говорят, шлак высыпали. А вверху была котельная. Часть вывезли, а часть шлака растолкали по горе и засадили березками. Тут что, дорога, что ли? Асот по пояс. Колючий. Не вмяник, а не ромашка. Вишня. Вишня, вишня. Сейчас мы ее поклюем. Ну-ка, крапивушка, подвинься. О, тут, видать, не добрались еще. Она прям рядом, вон, на вытянутую руку. Вроде как вылезли. Ой. Ну все, а тут куда хочешь, туда езжай. Что, идем вниз? Не знаю. Да пошли. Дай передохнуть маленько. Пожалуйста, передохни. Ладно, пошли, по дороге передохну. Продолжение следует...
Вот что никто не косит. Здесь покос. Мужик какой-то косит здесь. Вот так у нас природу гробят. Это же насыпано, всякой херни было. Но мало насыпали, решили добавить. Цементировалось? Да почти. И главное дело, что за это никому ничего не будет. Вкрапление песчаника. Он еще не сформировался. Влажность высокая, что-то. Голова-то как-то идти. Душняк вообще караул. Они что, решили здесь все угробить, что ли? Живая изгородь. Вот почему бы не взять вот этот вьюнка, на стенку горшок повесить, посадить его. Ведь он же красиво растет, зелени много, и цветет, и запах приятный. У тебя какой этаж? У меня 9-й. Так посади, пусть на 9-й этаж лезет. Почему на 9-й этаж? А куда? Сверху будет свешивать. До земли дорастет или нет? Ну вот и узнаешь. Посмотрели и назад.